Добрый день, друзья! В этом видео вы сможете проверить свои знания в различных областях. Будет задан вопрос и даны несколько вариантов ответов, правильный из которых только один. Итак, первый вопрос. После грозы выделяется газ, название которого с древнегреческого переводится как «пахну». Это азот, кислород, озон или водород. Правильный ответ – озон. Какая абсолютная высота горы Джомолунгма или Эвереста? 7879,25 метров, 8848,86 метров, 9128,31 метр. Высота горы Эверест 8848,86 метра. Столица Норвегии. Это Мадрид, Вена, Брюссель или Осло? Правильный ответ – Осло. Каким видом спорта известен Майкл Фелпс? Теннис, плавание, футбол или бокс? Правильный ответ – плавание. Каким ремеслом занимался Иисус Христос до вступления на свое служение? Он был кузнецом, виноградарем, плотником или рыбаком? Правильный ответ – плотник. Автор романа Мартин Иден, Агата Кристи, Джек Лондон, Чарльз Диккенс, Джордж Оруэлл. Правильный ответ – Джек Лондон. Что из перечисленного не является корнеплодом? Морковь, петрушка, редис или репчатый лук? Правильный ответ – репчатый лук, так как он относится к луковицам. Кто представил теорию относительности в 1915 году, которая звучала так? Материальным носителем тяготения является само пространство, а точнее соотношение пространства и времени. Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн, Георг Симон Ом, Вильгельм Кондрат Рентген. Правильный ответ – Альберт Эйнштейн. В каком году была открыта Америка Христофором Колумбом? 1892, 1325, 1492 или 1598 году? Христофором Колумбом Америка была открыта в 1492 году. Чему равно число 100 в нулевой степени? Нулю, единице, десяти, ста.
Любое число в нулевой степени равняется единице, в том числе и число 100 равняется единице. Кто из философов сказал: «Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя»? Конфуций, Платон, Сократ, Омар Хайям. Правильный ответ – Сократ. Правда ли, что кошки не потеют? Правда, кошки не потеют. Какова окружность Земли по экватору? 50 017 километров, 40 075 километров, 48 015 километров. Правильный ответ – 40 075 километров. Где находятся самые маленькие кости человека? На пальцах, в носу, в ухе? Самые маленькие кости находятся в ухе. Что художник наносит на холст, прежде чем начать писать картину? Краску, лак, грунт или шлак? Правильный ответ – грунт. Что означает аббревиатура Wi-Fi? Wireless Fidelity – беспроводная точность. Wireless Freedom – беспроводная свобода. Wireless First – беспроводная связь прежде всего. Правильный ответ – Wireless Fidelity – беспроводная точность. Капитан Немо – персонаж Жюля Верна в романах «20 тысяч лье под водой» и «Таинственный остров». Был чьим принцем? Румынским, индийским, арабским или европейским? Капитан Немо был индийским принцем. В каком городе Великобритании находится Стоунхендж? Эмсбери, Лондон, Ливерпуль, Кембридж. Стоунхендж находится в Эмсбери. Как называется прибор для измерения построения углов? Линейка, транспортир, лекало или циркуль? Правильный ответ – транспортир. Как называется единица измерения массы драгоценных камней? Грамм, унция, карат, микрограмм. Драгоценные камни измеряются в каратах.
Надеюсь, тест вам понравился. Если вы ответили хотя бы на половину вопросов правильно, то вы уже большие молодцы. До новых встреч, друзья!